Вирус «Ванна Край» активизировался к Новому году и уже заразил сотни тысяч компьютеров по всему миру. Программа шифрует все данные на жестком диске и ждет команду на активацию. После ее получения устройство перестает работать, а его владельцу высылается предложение заплатить за разблокировку. Больше всего зараженных компьютеров в Китае, Индии и России. Полтора года назад от атаки пострадали 300 тысяч человек.